Всем привет, ребята, с вами снова я, Герман, и сегодня мы собрались вместе с Димоном, Орехом и Dead Inside для того, чтобы надрать задницы призракам. Ну, или же это они нам задницы надерут. Всем здорово. Всем привет. Привет, кирпичом по башке. Что, зачем? Так, короче, кто, где, кто? Хорошо, смотрите, мы уже прикупили все, мы уже все... У нас соль есть? Хорошо, начинаем, погнали. Я с мячом. Только сложность. Поехали. Профессионал? Да, поехали. Идеально, поехали. Этот Англивуд Драйв, супер страшная карта. Так, сразу видно, мы с Dead Inside самые первые здесь появились. Самый мощный ПК. Будешь много говорить, я к тебе сейчас приду. Это кто появился? Это не ваша Гриша. Так, я беру свои любимые предметы, меня не трогать. Так, где моя любимая МП? А что тут вообще? У нас тут фонариков нету, что ли? А, нет, вот они. Пошли. Нет, дверь открою я. Что тут происходит? Да, это тот самый дом, ребята. Я в подвал сразу же иду. Так, ребята, в синей комнате можно спрятаться. А вы в курсе то, что можно за дверь сесть и держать, и типа вас... Это кто? Не всегда. Ребята, там в подвале счетчик. Ребята, это коридор. Коридор? Да. Вот счетчик. Уже? Вы уже определили? Да, я МПшка 2. Где у тебя? Мы только включили свет. А ты термометр? Вот ты с термометром? Свет, да? Не включен. Так, у меня чувство, что с нами работает паранормальщина. Ну, секунду. Ну, паранормальные явления только что были, только что. А что произошло? Свет есть? Картин, да вы можете свет включить? Сколько вы там уже бегаете в подвале? МП5 отключайте. Все, включил свет. Сюда. Отметили МП5? Доска Уиджи есть. Да. Так, все, это можно выкинуть. Есть доска Уиджи, ребята. Не трогайте доску, ее сначала сфоткайте. О, свет. Ща, я иду за доской. А это кто? Есть. Это крестный отец. Выйди. Тут крестный отец у них тут. А что по заданиям? ХЗ. А что делать? Есть. Все, я поставил что доску. Что делать? Вот я вообще не понимаю. Остановить призрака при помощи распятия. Короче, я беру распятие. Так, бери распятие, да, если что, будешь... Останавливать. Так, это, короче, коридор, да? Понял? Да. На правую кнопку мыши? Отпечатки, ребят. Отпечаточки. На правую кнопку мыши распятие, да, включать? Что это было? Dead Inside, посмотри на меня. Что тут происходит? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! У нас сейчас походу это. А, нет, это Ghost Event. Это Ghost Event. Все хорошо. Спички отдай. Что? Что? Дима, ты распятие взял? Да! Прям при мне пробежал, я заорал, вы слышали? Идем, я ставлю камеру. Ваня, отдай спички отдай. Они в коридоре лежат. Короче, я беру благовоние. А, еще и зажигалка нужна. Я просто испугался, я думал, что я сейчас умру. Я закричал. Вот тут свет офните. И не трогать, а что не это? Этот свет. А что это? Что я взял? Свет не включать! Простите. Как распятие включить? Что? Как распятие включить? Не, это кек. А у меня какая-то бутылочка в руках, это что? Можете свет вырубить? Выруби свет. Ультрафиолет у нас есть? Да, есть. Это обаки, уезжаем. Откуда инфа? Я так сказал. Не понял, отпечатки пальцев что убрали? Почему их нельзя отметить? А ультрафиолет называется. А. Короче, я беру доску Уиджи. Только там нужно нормальные вопросы задавать. Спроси, сейчас. Какая у тебя комната там или там, что. Там, короче, да, лучше вот информация, рассудок разная. Я спрашиваю, где ты? А ничего не видно? Ой, ое, р. А, ну, фойе. Где ну, кость? Короче, вот коридор. М. Она тут. Я не вижу букву. Мастер-рум. Мастер, ну да, мастер-рум. Хорошо, ты отвечаешь всем. Воу, что это такое? Что это такое? Ой-ой. Лол. Нет, мне нельзя сюда. Атака, это атака титанов. Меня убили. О, его душат. Где? Смотрите, как он умер. Смотрите, как он умер. Все. Смотрите, как он умер. Лол. А минусовая температура есть? Лол, Диму убили. Минусовая температура есть? Термометр тут лежит. А где термометр? А что нужно было в этой ситуации делать? Прятаться в шкафу, ничего, типа. Бежать от призрака. А я пытался, я увидел какую-то тень. Фу, я увидел, кто-то бежал в туалет. Я побежал за ним, у меня вдруг появились руки и все. А бабушка тебя убила или мужчина? А да, там я видел какое-то телосложение, я подумал, что кто-то бежит. Ой, ребята, это призрак. Нет, он идет ко мне, помогите, нет! А кстати, минусовая температура. Он идет сюда! Он идет за мной! Он идет за мной, помогите, пожалуйста, Ваня, избей его! Герман! Ваня, избей его! Нет, меня убили! Слушай, когда изо рта это минусовая? Нет. Почему? Это давно было. Пары изо рта. Это убрали уже? Да, а чё вы говорите? Почему я такой старый? Да, записи в блокноте нет, отмечаю. Чтобы вы понимали, это мой третий, это моя третья игра в фазмофобию. Это, возможно, баки, горю или дзен. Ща, отвечает неизвестно. Пошли, они сейчас будут разговаривать с призраком. Давай, давай в радиоприемник поговорим с ним. Так, вот радиоприемник. Он все так же работает, да? Да.
Типа, я могу даже микрофон не включать, просто говорить, и он будет работать, да? Ну, там у тебя правую кнопку мыши нажми на него. А, там неизвестно, кому он отвечает, да? Алло! Алло! Как тебя зовут? Понял. Дозвался атака. Подождите, а... Нет. Он от инсайда пошел. Я так просто не знаю. Ой, дед инсайд пошел в закрытое помещение. Ты далеко? Она еще идет? Да. Ты далеко? Ты близко? Убьешь меня, зарежу. Что? Все, теперь мансим, Опа! Опа! Дрифт? Что это форсаж? Было? Что это за мансы были? Она меня сквозь стену убила, дура. А ты видели, как я вокруг столика замансил? Да, я пытался на кухне так же сделать, он меня догнал. Покатился! Он покатился по лестнице. Зевик, ты теперь один. Это Горё. Это Горё, Зевик, уезжаем. Идемте. Так это Горё? Я, это очевидно, то, что это говорю, да. Ладно, я не успел в фургон зайти! Нет! А в смысле? Я в фургоне. Они нас оставили здесь. Туда, готов. Они нас оставили? А, все хорошо. О, все, сейчас открыли. Спасибо. Так кого нужны, вот честно. Все, уезжаю. Я говорил, Зевик, что это джин. Нет, а я тебе сказал то, что это джин. Мне 52 доллара дали. Мне тоже 52. Я Руслану пожалуюсь. Нет, пожалуйста. Я сейчас разденусь. Рус нарезали. Вам послышалось? Ничего. Ребят, смотрите, какое красивое небо. Вон, справа луна. Глаза. Герман, еще одно слово. В смысле? Герман, зачем ты так планю обсираешь? Еще одно слово, и увидимся в суде. Ты прекрасно знаешь, кто моя мама. Идемте сразу. В смысле? Идемте сразу. Кто твоя мама? Включим свет. Адвокат. Я знаю его маму. Доска Уиджи! Почему он так на нее везет? Ребят, кто-то из вас проклят. Я не понял, почему так жарко? Так, все. Доска Уиджи. Сразу или когда ее использовать будем? Не, чуть позже. А это нормально, что ты ее держишь, как бы, по блютузу? Я не знаю, я иду за... А кто это? А, это я иду за... Я взял ноутбук, я его несу обратно к нам. Тут вообще температура по всему дому одинаковая, я все оббегал. Это нормально, потому что дом не разогрелся. Тихо! Давай поговорим, я сказал. Я сказал, я иду в подвал. Иди со мной, иди ко мне, иди ко мне в подвал. Я убегаю. Иди сюда, ты далеко, ты близко, ты женщина, ты мужчина. А давайте выйдем тогда. Я в подвале. Харольд Робертс. Ребята, выходим из дома, возможно, она отвечает одиночку. Харольд Робертс. Харольд Робертс. А, то есть ты уже MacBook вынес. Я вынес MacBook, вот да. Вот так вот, значит, ты с чужим имуществом. Мы тут людям помогаем. В смысле? А я ломаю. Стоп, подождите, а мы реально людям помогаем? Я думал, мы как специально обчищаем дома. А мне кажется, мы вызываем. Ты вообще знаешь, кем ты устроился? Так призраков же не существует. Ну, заметьте, мы сами призраков вызываем. Мы, получается, достаем... Она не отвечает, она не отвечает. Хорошо, значит... Ну, значит, не разговорчивая. Значит, ставим радиоприемник минус. Стеснительная такая девочка. Кирилла. Стеснительная. Не факт. Ну, еще можно будет потом поговорить. Так, куда мы идем? МП! Тут! МП заработала. Давайте с Уиджи поиграем. Так что у нас там? Давайте поиграем. Что у нас там, ребята? Ваня с доской Уиджи... Луиджи? Или как, не знаю, как она. Напоминает мне Эльди. Знаете такую блогершу, которая, типа, духов вызывает? Где Dead Inside? Девик, иди к нам. Кто спички украл? Иди к нам, давай играть. Идем играть! Где твоя комната? Я спрашиваю. Мне сколько раз еще повторить? Dinner room. А что она сказала? Dinner room. Это вот. А, это реально здесь! Упало! А, спросите у нее, ты старая? How old are you? Сколько тебе лет? Сколько я не вижу? 85. Бабуля! Так, короче, я вот здесь ставлю этот. Спросите у нее еще. Сделай, станцуй для нас. Скажи, давай поиграем. Скажите, и она начнет атаку. Давай поиграем. Вы доску поломали, я ей пользоваться не могу. А да не, она еще работает пока должна. В прошлом раунде она разбилась у меня в руках. Говорите ей, давай поиграем. У кого, кто владелец доски? Алло, ребят. Бракованный товар, возврат. Не, она не хочет так. Я с ней базарил уже, поэтому она не хочет со мной разговаривать. Все, я взял нож. О, господи. У него нож! Нет, я вас не выпущу, я вас там закрыл. Вместе с Ваней, бойтесь. Твою мать! Я сейчас в него чайник кину. Ушел, женщина! Тихо, вы слышите? Вот, она пишет что-то! Она пишет! За блокнот ставьте, да. Сейчас фоткаю. Герман, стой на месте. А, что? Что в смысле? Так, давайте чай сделаем. А, давай. Сейчас, записи в блокноте есть. Кто-то сфотографировал? Да. Вторая кружка. Мне экспрессо, пожалуйста. Стол. А лучше лата. Сейчас. Еще раз ты будешь баловаться со светом. Давайте просто нахера предметов накидаем, чтобы проверить полтергейст это может. Все, смотрим на предметы. Это еще не все. Сейчас, все, вот.
Я слышу он дыхание сейчас... женщины. О, вау, вау! А, меня убило сразу. Он бежит? Тебя убило? Тебя убило, Зевик? Да, меня сразу. А я хочу посмотреть, как он умирает. О, он сам себя душит! Он сделал дэп! Зевик, ты дэп сделал, умер! Он дэп сделал? Он дэп сделал, он сделал глубокий дэп и умер. Она прям во мне заспавнилась, это не демон. А, еще, Герман, иди сюда. Сейчас. Смотри, сделай улыбку. Воу. О, я же съел сфотку, я же съел. Вон она, с другой стороны стола, справа. Я сфоткал ее. Ребят, бегайте по кругу, пока кто-то не умрет. Ну да, по кругу бегайте. А, он в подвал пошел. Что ты, лысый? Вот это я пернул. Да, боюсь. Теперь фонарики надо выключить. А, нет! Я использовал эту штуку раньше времени. Нет! Я очень много раз уже сфоткал. Нет! Умер. Я умер. Герман. Нет, я его прям фоткал. Ой, ты так красиво умер. Спасибо. А какого черта я? Ты как ножки сложил, Вань. Слышишь, Зевик, болики есть. Так, короче, идем распятие поставим и камеру. Ну смотрите, это не демон. Возможно, это Мюллинг. Не факт. Распятие взять. Я уже взял распятие, Я на всякий взял. Да, ребят. По-моему, летает. Подожди, по-моему, летает. Сейчас, стой. О, нет, это под... кинул предмет только что. Еще один тарелку раскидывает. Ты шо, молоток не трогай. Еще что-то кинул. Что ты устраиваешь тут? На... Что устраиваешь? Он в меня чайник кинул, а он в меня нож кидает. Что? Он в меня именно все. Он именно в меня все кидает, это нормально? А что он именно в меня кидает? Да что ты в меня. Да что я тебе сделал? О, это что? Опа, атака. Он комнату поменял. Опа, Дима сразу к выходу. Он по звукам. Он в гараже теперь. Он, слышали он по звукам эту дверь открыл? О, Ваня съели. Урод! Да вбежали, что град! Было близко выйти. А ты там и тут разлеглись. Да, прикол в том, что он прямо на мне заспавнился. Уезжай. Я пытался выйти, и я оказалась на нервах, просто начал не в ту дверь в сторону. А ты можешь? Давайте сейчас. Такое время охоты дверь открыть нельзя. Я думаю, сейчас дайте мне почитать про них, и я скажу. Стоп, а чё за кринж? Вот ты даун. А чё за кринж, подождите. Мюллинг. Мы даже не отметили никого. Я так и знал, это Мюллинг, я же говорил. Слушайте, ну неплохая зарплата, неплохая, мне нравится. Ну, да. Это кайф получить 135 баксов, минус. Тупо ни за что, вот это кайф просто. А давайте еще одну игру. Прям жесткую. Давайте. Это последняя? Думаю, будет? Да, прям совсем жесткую такую. Что, давайте потную. Жесткую, давайте потную. Профессионал. Все, ребятки, кошмар. Просто вот серьезно, а вот как вот выжить вот на... X25. Легко мансить. Нет, заходишь, ага. Сразу тебя убивают. Что вот как я учтите то, что на X25 вы двигаетесь 1 метр в 5 минут. Молиться. Во-первых, молиться, во-вторых, у тебя должно быть 6 благовоний в трусах, в карманах. А поехали? Где? Кошмар? Да, это изи. Нет, это все, конечно, прикольно, но надо. Почему хотя бы вот разбитый? На последний. Потому что кошмар. Просто Ваня разбушевался. А как нам понять, какой у нас этот? Никак. Когда всё... чувствуешь? Да, надо чувствовать. Знаешь почему? Потому что мне пофиг, я так чувствую. Беру от жизни лучше. Так, а что мне взять? Пожалуйста, подскажите. А, вот, Зевик, смотри. Я вот в этом доме, вот иди сюда. Я вот здесь по центру кухни стал, включил веник, и он мимо меня ходил и не трогал. Нормально. В игре еще микрофон. У меня? Да. Так, ребят, я включил щиток. Падов бы жаль. Зеркало стоит. Да, где? Берем зеркало, Я знаю, пошли, отдай зеркало. Да, я его сфоткаю. Да, возьми ты и сфоткай сначала. То самое, через которое смотреть можно, где призрак? Да, что показывает? Да, ребята, он в самой первой комнате у входа. Там дверь открывается, и он там. Все хорошо. МП-2. Проверьте отпечатки. Дверь, ребята, отпечатки. Минусовая температура, потому что у нас пар изо рта идет. Нет. Нет? Тебе нужен термометр. Не работает? Не работает? Пар изо рта теперь плюс 5. На дверь посветите, выключите свет. Ноль температура. Все. Подожди, это медленный термометр. Ноль, это не минусовая. Будет меньше ноля, минусовая. О, она здесь только что навалила говна, и у меня 2 показывает. На дверь посветите этим ультрафиолетом, пожалуйста. Сейчас. Давай, дай мне. И свет выключите. Держи. Нет, свет не обязательно выключить. Так, все. И где? Нету. Я не вижу пока.
Ну, значит, нету. Показалось. Вот, мне прям на дверь показывает. Она за дверь держится рукой. Что ты... Смотри, как она шатает эту дверь просто. Так, что по заданиям? Выжить. Так, я одно уже сделал. Остановить при помощи распятия, заставить потушить свечу. Света нет. Я выключил, потому что я так хочу. О, лазерный проектор, ребят, больше улик не будет. Банши, Юрей, Йокай, Рейдзю, Тая. Почему-то это кошмар, но мы еще ни одного раза он к нам не пришел, я учил. Так потому что это всего лишь кошмар. Конечно. А мы до этого на чем играли? На профессионале. Да? Ага. Да. Так, я думал, мы наоборот. Так, слышишь, Никита, если две улики, то она типа уже не будет базарить, да? Да, все. Но третьей улики не будет никакой. Если что, вот здесь вот можно прятаться. Вот так вот сел, просто все. Давайте все вчетвером. Отдай спички. Я их выкинул в этом автобусе. Кто ее увидел? Я только что ее увидел в лазере. Если что, Банша орет. Вот так, и песенку напевает. В направленный микрофон она орет, так что... Да, берите, она орет в микрофон и поет песенку. Ой, сейчас возьму его как раз. Но я взял направленный микрофон. Включи его на правую кнопку мыши и стой с ним. Хорошо. Пока она тебя не закричит. Давай я послушаю. Нет. Или ты будешь слушать? Я хочу, чтобы мне поорали чисто в микрофон. О, Герман крутой в наушниках! Герман крутой в наушниках! Видите, какой крутой? Про. Про геймер! Тихо-тихо, я что-то слышал! Что? Я слышал, как она вот так вот мне... Что? О, что это такое? Атака. Да-да, тот самый. Сзади меня стойте. Стены могут рассказать нам о прошлых владельцах. Эта женщина только что прошла, если что, мимо вас. Мы покупаем этот дом. Шикарно. А что тут происходило, пока меня не было? Ну, тебя всего лишь пытались тебе свернуть шею, но распятие тебя... Спасло? Тебе помогло. Ой, спасибо. Да. Но я сомневаюсь, что это Йокай и Рейдзю. На Тея тоже не похоже. Рейдзю и Йокай бы нас бы уже давно убили. Но Рейдзю от электричества питается, а Йокай от холода. Тея немедленная. Тише. Ваня, Тея стареет. Ты в курсе, что она... Ну, она стареет, да. Она скажет, а это... Я, кстати, один раз довел ее до маразма. Знаешь, что я здесь сделал? Она, короче, я ее довел до того состояния, то что я... Она настолько медленная была, то что она уже просто, ну она сделала, ну в 5 минут один шаг она делала, настолько медленная она была. Может это Юрчик? Кто помнит, что делает Юрчик? Да он вообще не атакует нас. Ну какой-то пассивный призрак. О, да! Все, я иду в подвал по приколу. Где подвал? Ага. Иди сюда. В угол. В смысле в угол? Я дверь. На колени. Герман, нам придется купить этот дом. Я сломал дверь, вы видите это? Ну, у нас тут просто стена рухнула. У нас теперь гостиная и кухня объединена. В смысле? Почему ты так странно ее держишь? Кто из вас Герман? Опять по блютузу держит. Я Герман. Кто из вас Герман? А, давайте атаку вызовем. А как ее вызвать? Давай, подожди. Сейчас зеркало само я вызову. А, ребят, ГГ, она в гараже. Она в гараже? Короче, мы ее злим с помощью этой фигни. Почему? Что с дверью? Что с дверью? Это я сделал. Ребята, она прям в кузове машины, если вдруг кому интересно. Ой, я слышу. О, делаем флекс. Ой, она плачет. Не плачь, дура. Почему она за вами, ребят? Я обижу. Алло. Ой-ой-ой, она идет сюда. Блин, она меня убила. Почему она меня убила? Мне меня убила. Я, кажется, призрака привел к нам с тобой. Она нас троих убила, слышишь? Это адекватно, что на стрих Ваня, убил? Это была плохая это идея сложность. Прятаться там. А где она? Вот, кажется, внизу. Я не знаю, где это. А, внизу она вроде. Мне кажется, это Тае. Ну, это я тебе говорю, что это Тае. Она второй раз уже медленная. Она выходит из подвала. Вот она. Она очень медленная. Она еле как идет, я тебе говорю. Она по этой лестнице поднимается, по-моему, кажется, хребет сломала, пока поднялась. Я тоже думаю. Она реально очень медленная, слишком. У нее атака уже сколько? 2 минуты идет? Вторую минуту точно. Куда ты пошла? Смотри, вещами бросается, совсем уже охренела. Ты что делаешь, я не понял, сюда иди. К папе. Она обиделась. Она в угол встала. Всё, атака закончилась? Да, она спустилась в подвал и встала в угол. Расстроилась. Да, отмечай это, и уезжаем. Я тебя уверен. Покой. Так, хорошо. Нет, в смысле? Да. Стоп! Она смысле? Сбросил. Какого чёрта? Да Йокай. А каким образом Йокай, если каким образом он, Йокай есть? Он за всю игру не выключил щиток? А он щиток отключает, да? Да, Йокай на холод. Он должен холодную атмосферу создавать. Для этого он должен выключать щиток. Он был в гараже у щитка. Он даже не в другой части карты, например, в подвале.
Так он еще и шел, как будто у него ребра сломанные и ноги. Всем пока, подписчики, это было ужасно. Кому-то хоть не... это Джанго мое выкинете, убью. Что? Мы только что провели 3 расследования, ни разу как бы не определили тип призрака, это очень печально, но может в следующий раз нам повезет? Во всем Орех виноват, короче. Согласен. Вообще руины полная. Согласен. Охреневшая. Все, спасибо вам большое за просмотр, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на... Как же я в дырочку попадаю идеально? Подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, до скорых встреч, пока! Пока. 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 Всем пока. Пока. Всем пока.